Ростовське метро. Станція «Полуфінал». Добрий вечір, Сімі Каракорочка! Привіт, родимая! Друзья, дело в том, что мы такая странная команда, мы очень любим посвящать кому-то выступление. И сегодняшний день не исключение. Ну, например, сегодня мы выступаем для людей с четвертой отрицательной группой крови. Спасибо! Давайте поаплодируем ему. Для людей с плохой дикцией. Спасибо! Ну, красавчик. Для очень конфликтных людей. Спасибо! Красиво! Ну и также для всех любителей выпить. Спасибо! Ну вас много, я знал. И для Боярского. Ростовское метро, поехали! Подождите, стойте. Нельзя ставить слово «метро» и «взрыв» в одном предложении. Давайте без звуков. Ростовское метро, поехали! Нет, это тоже ерунда какая-то. Давайте со звуком, только со смешным. КВН же все-таки. Ростовское метро, поехали! Поскакали! Here we go! Здравствуйте. Мы с Токмалом когда ехали, вот первый автобус был забит, мы не смогли билеты взять. Мы думали, все на КВН едут. Второй автобус тоже был забит, еле успели. А сейчас смотрю, очень мало вас такая прям... Ну, большая семья как будто. И раз вас так мало, то шутка малютка. Лжедмитрий спалился. Паша! Ау! Да блин! На отделении регионоведения глубоко изучается культура арабских стран. Смотрим каникулы в Мексике, в Иране. Here we go. На самом деле команда КВН «Ростовское метро» это... Стой, подожди. Вот это вы одинаковые, короче, да? Я номер придумал. Эй, Далай-лама, объяви меня. Кинг-Конг жонглирует. Антон, уже хватит, а? Чуть ты меня перебиваешь сейчас? Да мне все равно, теперь я главный. Подожди, стой. Ну-ка, объясни мне, где ты главный? Я главный в команде. Да подожди, ты успокойся, а, уже. А чё он всё время падает? Вместе где? Мне кажется, есть какое-то ключевое слово. Ребята, с какого мы вокзала приехали? Ростов главный. Стой, стой! А, вот чё фишка. Гладиолус! Гланды! Главный! Ему так лучше. Шутка жизненная. У каждого есть такой друг. Пацаны, короче, слышите историю про Вику? Очень Ой. Люблю истории! Дим, извините, не будет смешно, ты не знаешь Вику просто. Вот, короче, вчера идем по парку. Идем? Короче, дождь, темно, холодно. Она такая говорит, слушай, у тебя зонта нету, нет, случайно? Я собаку проходящую беру, поднимаю над головой. Вот тебе зонт! Поняли, почему я с ним дружу? Пойдем, Дима. Фанаты балета. Гонок скорее! Нужен! Нужен баб! Нужен, нужен, нужен гранд-батман! Кто это? Я думаю, это фанат фламенко.
Ну что, пацаны, сегодня замуж с театром? Замуж с театром. Тебе конец. Посмотрим. Сейчас будет экшен. Везде есть авторитетные парни. В детском саду они тоже есть. Смотрите. О, Динка, иди к нам играть. Нет, с вами не пойду больше играть, вы плохие. То есть Дима выходит из игры? Дима, Дима, мальчик мой, я нашел тебя в детском саду в младшей группе. Ну, мы тут и есть. Ты жрал комочки из каши. Что ты ешь теперь? Я ем гречечку и компотик теперь. Двойной компотик, Димка. Димка, посмотри на этих парней, посмотри на свою руку. Что ты видишь? Манту. Парни. Манту. Это братская манту. Дима, хочешь, я расскажу этим уважаемым людям, кто на них стучал? Манту, мы просто играли в прёточки. Стуки, стуки за себя. Дима, Дима, кем ты был на детской утреннике? Я был собачкой. Ты был сом, Дима! Я был собачкой! Ты был сом, я тебе! Тихо, успокойся. Дима, это твой кулич. Да. Паша. Дай сюда. Дима, я дам тебе чистую простынь на тихий час. Но ты же сам предыдущую испачкал. У меня просто аллергия на молоко. Ты ее испачкал. На молоко аллергия. Ты описался. Заткнись. Или ты хочешь, чтобы вся группа узнала, что мама завязывает тебе шнурки. Сынок, домой! Иди к банде. Ма, ну я просил не при парнях. Заткнись и подтяни колготки. Колготочки. Никогда не иди против семьи. Дорогие друзья, мы, как уже говорил изначально, не совсем обычная команда, и на самом деле мы очень любим интригу. Вот, например, такая. Игра окончена.